Украинские предприятия пока еще конкурентоспособны, однако из-за повышения цен на основные виды энергии ситуация ухудшается. Для того, чтобы оставаться на плаву, экономика страны должна быть модернизирована. И в первую очередь это касается повышения энергоэффективности предприятий. Специалисты предлагают внедрение на украинском рынке систем энергоменеджмента, а в пример приводят предприятие «Энергомашспецсталь». Мы начали двигаться по европейскому стандарту. Когда нас пригласили поучаствовать в проекте ГИС, мы с удовольствием согласились, потому что это то, к чему мы стремились. Вот. И когда вышел международный стандарт ISO 50001, мы взяли цель на построение системы энергоменеджмента согласно требованиям именно этого стандарта. Внедрение системы энергетического менеджмента может сократить потребление энергии и выбросы парниковых газов, тем самым значительно уменьшить затраты на электроэнергию. На региональном уровне проект поддерживается Донецкой областной государственной администрацией. На сегодняшний день выполнен ряд очень важных работ для Донецкой области как в сфере промышленности, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С начала реализации этой программы было инвестировано 4,8 миллиона гривен и экономический миллиард гривен, извините, и экономический эффект составил 15 миллиардов гривен. Для промышленных предприятий энергоэффективность является важным фактором сокращения производственных затрат, уменьшения зависимости от растущих цен на энергоресурсы, улучшения экологических показателей и улучшения качества продукции. Первый опыт показал, что предприятия могут снизить энергопотребление до 5%, не прибегая к масштабным инвестициям. Следующий шаг – привлечение инвестиций. Ника Пиманова, Игорь Измалков, Первый муниципальный.